первая команда, которая выйдет на эту сцену. Команда КВН, сборная Новосиба. Ваши аплодисменты. Так, погоди, музыку выруби. Слушай, ты мне сначала там ролл жрал, потом на сцену тащишь. Ладно, команда Новосиб, погнали. Команда из НГПУ на этой сцене снова. Вышли из сумрака и начали по новой. Третий сезон в игре. Команда Новосиб, любимый город. Оу, и это наш мотив. Вот это размер голоса, да? Ну что, друзья, всем привет! Перед вами команда из НГПУ. Откуда? Спеда, Саня. Сегодня самая добрая игра сезона. Больше никаких разногласий в команде. Униженных людишек. Может, я стану капитаном? Орехов, тебя не треснет! Я же говорил, он так скажет. Стоишь тут пьяный, тоже мне труп называется. Слушай, ты что сегодня такой нервный? У меня вчера случай был. Моего хомячка Константина в пылесос засосал. Я ему главное: Костя, Константин Палыч, не лезь! И что? И смех, и мех. Слушай, вот везет вам толстякам, что вы смешные, конечно, это да. Придурки, вас давно разъединить надо было. Ты стой там, ты здесь. Вот, вот так получше будет. Так, придурочный, давай иди сюда ко мне, вот здесь стоять будешь. Все, вот так вот нормально. Не, ну вы полные уроды, конечно, да. Тут еще есть. Друзья, есть такая новость. Ученые Новосибирска создали самую гладкую поверхность в мире, да. И отдали ее нам! Ваня, ну почему на всех нормальные шутки, а на меня плоские? Да ее просто жаба душит. А видео есть? Да. Вот так вот. Вот она бежит. Не, ребят, если дальше будет так же не смешно, ради победы я готова раздеться. Ну все, Бурдик, зал теперь точно ржать будет. Понятно. Не, ну ладно, прекращай. Давай лучше нашу любимую. Мы вместе с вами дождите. Сборная Педу Нигера. Это открытая лига. Команда Новосиба. Ну что, зал, сборились, понемногу понеслось. Что ж, друзья, а после каждой вечеринки обязательно должен остаться вот такой вот тип. Дай поспать! Да ты достал уже! Киньте в него что-нибудь! Нет! И такое случается. Женщина-дальнобойщица. Эх, скучно. Точно, путана. Вот теперь веселее, да. Стоп, музыку. Че, Ваня один играет? Да. Хорошо. Что ж, представьте, очень старая учительница физкультуры. Класс, на проститутку наркоман рассчитайсь! Да пошла ты! Обожаю ПТУ, здорово! Где-то на скамейке в парке. О, посмотри, какой новый запах. Давай попробуем много. О, цветы. Ой, потрясающе. Шикарно. Девочки, понюхайте. Фу, что это? Зюганов. Зюганов.
А на каждой вечеринке рано или поздно в такой момент случается. Напился, веди себя нормально. И чё? Я говорю, напился, веди себя нормально. И чё? Я говорю, напился, веди себя нормально. Да пошла ты. Обожаю ПТУ. Ладно. От наших родителей можно ожидать что угодно. Итак, случай в семье. Сынок, здорово! Батя тут возле помойки шел, смотри, какая штука, а! Вот оно, а! Там еще шифонер стоит, сходи, забери, а! Папа, меня во дворе уважать перестанут! Помнишь, ты вчера в лужу упал? Так и что? Так это не дождь, пойди рассказать! Папа, папа, а если меня Светка увидит? Слушай, Светка нормальная бомжиха, она все поймет. Да не это, Светка, ну! Короче так, либо шифонер, либо батя. Нет, либо шифонер, либо мамка. Короче, батя, у тебя дебил, ё-моё, махать за шкаф, Светка! Бомжиха! Да и она тоже, пойдем разнимать! Давайте, давайте, придурчики, все сюда. Друзья, знаете, мы играем третий сезон в открытой лиге и считаем, что уже можно шутить над жюри. Гусман, Шмусман. Да, так и до Зайцева дойдем. Зайцев, Шмусман. Вот ты бы заткнулся когда-нибудь, конечно. Ладно, и перед летом хотелось бы уйти красиво. Команда из МГПУ на этой сцене снова. Пришли из сумрака и начали по новой. Третий сезон в игре. Команда на России. Любимый город. И это наш мотив. Команда КВН «Новосиб» четко и со смыслом. Спасибо. Это «Новосиб», это не Америка, это город на обыночке. Ваши бурные аплодисменты, сборная «Новосиба». Сборная «Новосиба», ваши аплодисменты. Друзья, а выпускной для учеников – это одна сторона медали. Давайте посмотрим, что происходит на второй. Вы все учителя! Мы учителя! Учителя должны говорить внятно! Мы учителя! Русичка в строй! Это вам не 1 сентября букет мне в вазу! Это выпускной звонок мне в ухо! Сколько тайников с водкой обнаружено? 700! Мало! В прошлом году 1000 было! Внимание на карту! Трудовик сделал 2 диверсии в 2 точках. Здесь и здесь. Проспится к 3-й пойдет. Новобранец Анастасия! Я! Дежурная на дискотеке! Ну, пожалуйста, я еще так молода! Отставить! Смоделируем ситуацию. Пьяный выпускник лезет к вам с поцелуем. Не надо. Я уже рядом. Ну, пожалуйста, я не хочу. Нет! Что надо было сделать? Вызвать родителей в школу. Нет, Русичка. Поговорить по душам. Так точно. Вторая ситуация. К одной из выпускниц приехали ее совершеннолетние друзья-парни. Ваши действия. Поговорить по душам. Нет, Русичка. Воспользоваться моментом. Да. Строй! Есть! Англичанка! Сэр, yes, sir! Выпускной закончился, люди не хотят расходиться. Ваши действия! Exercise 1. Where are you going next summer? We are going to... Отвечай, в строй! Русичка! Я! Любимая моя! На дискотеке начался махач. Ваши действия! В этот раз я вывезу, сэр! Да! Так вышел и зашел нормально. Идут. Запомните, бойцы, те, кто не курит с нами, курит против нас. То, что не убивает нас, делает их смелее. И самое главное, вы несете высокое звание. Педагоги! Началось! Друзья,
все вы наверняка знаете, что в этом году на Евровидении от России поедет Полина Гагарина. Но нужно сказать, что не все руководители музыкальных студий с этим смирились. Некоторые еще все тешат надежду. Коллектив, здравствуйте! Коллектив, здрасте! Здравствуйте! Мы ансамбль драматического, народного, интернационального Щукинского театра, сокращенно Днище. Едем на Евровидение. От России? От Монголии. Итак, что у нас есть в репертуаре? Песня про неуставные отношения в армии. Отлично. Младший лейтенант старшего хотел. Так, а о чем песня? А, ну, о, вы обалдели, что ли? Ну да что-нибудь актуальное. Актуальное, женское. Помню, было мне 10 лет, и я хотела новенький мопед. Жила лишь этой мечтой, пока не увидела Lexus золотой. Гали-гали! Подарили! Арматурапова моя плачет! Нет, так дело не пойдет. На прошлом Евровидении выглядели всякие бородатые фрики, поэтому Олег Петрович, ваш выход сольно. Песня о смене эпох. Перед развалом Союза Советов батя к маме пришел. Купил он цветы, вино и конфеты. В аптеку он не зашел. Так и что? Я рожден в современной России. Сделан я в СССР. Так, Олег Петрович! Заткнитесь там, пожалуйста. Бурановские бабушки почему хорошо выступили? Потому что костюмы. Константин Борисович, ваше соло. Популярное. Так, стоп! Что это за песня? Ну это же Крид. Самые-самые, наверное. Я тебя обратно в Монголию отправлю, понял? Yes. Настасья Филипповна. Евровидение берут большими легкими. Давайте, ваш выход. Хотела открыть я окошко маршрутки на улице плюс 27. Ага. 27. Водитель сказал, что все окна закрыты, и люк открывать не хотел. Не хотел. Это не шутки, потеют все в маршрутках. Так, Настасья! Ты мне это долго будешь случай припоминать? Ну не влезла в такси, нас и так четверо. В общем, ничего особенного у нас нету. Иван Михайлович, ну есть, есть особенное. Один шанс. Ваня, 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 а море волны затихают иногда. Ну все, решение принято. Поедет Константин Борисович. Хотя бы костюм у вас есть, да. Не люблю подхалимов. Давайте, 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 давайте. Выходим, выходим сюда. Ну, иди прям так, мой монгольский друг. Друзья, что хотелось бы сказать в конце. Мы гордо себя считаем выпускниками открытой лиги города Новосибирска. Это можно поаплодировать. И готовы ради вас появляться все в новых сезонах в нашем уютном гнездышке. Ты же говорил ради 100 тысяч. Вот ты заткнуться можешь когда-нибудь? Нет, команда КВН Новосиб, четкая со смыслом, спасибо! Это Новосиб, это не Америка, это город на... Ваши бурные аплодисменты сборной Новосиба!